Ну что, дорогие Робинзоны, всем привет! Мы отправляемся путешествуем в другие острова, потому что я здесь уже обжился, у меня есть и кровать, и костер. Костер только надо подтопить. А нужны палки. А палки я сэкономил, как взял плот, я показал вам бак, как сэкономить палки. А, так. Где мой костер? Подбросили дрова. А сейчас можно, по-моему, поджечь. Да. Ну, это пока как он работает. В принципе, он не исчезает, как оказалось. Я думал, что немножко исчезает. Проблематично будет. Возьмем с собой кислородный баллон, чтобы уже до конца там... А где-то придется нырять еще на интересное место. Нам надо брать с собой баллон. С едой у нас проблем... Большие проблемы почему-то с едой. Так, ну ладно, сейчас мы это решим проблему. В игре это очень легко делается, в принципе, благодаря кокосам. Пьем, выкидываем и добиваем. Бьется на самом деле, хотя звука нету. Благо кокосов у нас тут хоть жопой жей. Слава тебе. Господи. Так, а чем я камень с собой беру? Мне он не нужен. Что мы имеем? Мы имеем по-прежнему проблемы. Подбираем. Пьем, выбрасываем, добиваем. Ой-ой-ой, вдохнули кислородику немножко, чтобы не уснуть. Так, нужно еще один кокос. Так, пьем, выбрасываем, добиваем. Блин, нажимаю с ним не ту клавишу. Так, кушаем. Откосы, между прочим, может быть, обезвожим, потому что если много косы есть, может быть, понос на самом деле, кстати. Поэтому не стоит это делать в реальной жизни. Слишком много косы есть, вы вдруг окажетесь на острове. Я хотел посмотреть, что у меня там с едой. Все супер. Ребята, отправляемся. 8.00. Погнали. В нашем суперплоте. Рафт. За собой можно его, по-моему, тащить. Ну все, я примерно представляю, как ехать. Не будем уже с глюк использовать игры, потому что вы видели, что глюк игры превращает плот в неуправляемое средство, и он вообще куда-то исчезает. Вот сам ближайший остров, смотрите, он вообще близко находится. Плывем. Может быть, что-то найдем еще под водой. Полезно, потому что на нашем домашнем острове ничего не вокруг поплавал. Правда, была ночь. Небольшая уже потемнела, ничего не нашел, но возможно это существует. Видите, даже маленькие какие-то острова генерируют, очень прикольно. Вот. А вообще глюк, если хотите как быстро плавать, попробуйте. Посмотрите предыдущее видео. Так, акула, кстати. Пока не страшно. Но с другой стороны, как я... Какого хера? Куда я плыл? Хер с тобой, акула. Плот исчез взял. Или акула его съела? О май гад. Давай плыви. Вы это видели? Это глюк, в принципе, плота. Потому что при загрузке ваш оригинальный плот исчезает. И вот такой баг. То есть это даже не то, чтобы баг в игре был. Это реально просто глюки плота. А, бля, как я теперь вспомню, куда я плыть? Ладно, положу палочку, в какую сторону плыть. О, это интересно. Попробую палочкой плыть. Компаса-то нету, понимаете, в чем вся проблема. Надеюсь, я что-нибудь полезное найду. Но в любом случае, плыть, мне кажется, с шифтом гораздо быстрее, чем на плоту, хотя примерно вроде как и так же. Хрен его знает. Уже эта акула появилась, судя по звуку. По музыке. Так что надо быстрее дергать отсюда. Нет. Попутно смотрим какие-нибудь полезные корабли. Потому что в игре очень много должно быть полезных вещей. Ну, я уже находил там мачете. Этот баллон нашел. С тонущим корабле. Так что это все очень крутая штука. Ну, мы уже приплыли к острову, слава богу. Посмотрим, что там за остров. Так, какой-то маяк я нашел. Буй какой-то. А, или корабль. Подождите, нам нужно в ту сторону плыть. Вот мой остров. Положим камушек вот сюда,
чтобы понять, что я, мне нужно пойти вот сюда. Камушек скотина взял, скатился. Камушек, ты скотина. Вот такие глюки в игре. Ладно, нормально, нормально, нет претензий мне к игре. Все, в наш остров вот этот получается. Да, вот он. Да, поплывем. Но самое интересное, что это за буй такой? Это буй, по-любому буй. А нет, это корабль какой-то. Затонувший, офигеть. Круто. Круто было, когда... Акула, не был, плыви, сучка, плыви. Фух. Это тварюга. Ах ты шваль. Я просто не сдамся. Меня не остановить. Так, должен быть какой-то люк, по-моему, в этом корабле. А, это безлюк, безлюковый корабль. Акула, по-моему, не может доплыть. Я надеюсь. Да, не может. Отключивает акула. Добраться наверх я тоже не могу, к сожалению. Ну и корабль какой-то бесполезный оказался. У него ничего нету. Так, надо запрыгнуть эту штуку. Посмотреть, что на нем вообще находится. Сверху пусто. Акула, блин, тварь. Тигровая тварь. Почуяла кровушку, да? Почуяла? Запашок. А, сучка. Хорошо, неужели ничего нету? Не может быть такого. Блин, как же это круто сделано. Ты... Чё у меня там со здоровьем-то? Вот здесь в порядке. Не закрыто, не получится. Вот люк. Ах ты тварь. Куснула? Фух, не куснула. Давай сюда. Я одну уже завалил. Еще одну завалю. Мне не сложно. На тебе, шлюшка. Все хорошо. Люк не открывается, скотина. Всплывай. Он на пробел не всплывает. Не очень удобно сделано. Иди сюда. Шлюхимбах. Так, хорошо. Куда можно здесь еще подплыть? Может это под низом можно? Можно. Или нельзя? Можно. Фух. Так, у меня пока не баллон с собой есть, если что. Хотя воспользуюсь баллоном, но я не могу дальше плыть почему-то. И есть шанс, что я могу сейчас не выплыть. Полеха, муха, текстуры. По-моему, я в ловушку себя загнал, вам не кажется? Господи, я ж могу и не выплыть. Укуси меня, вытащи меня отсюда. За ногу. Сучка, ты ж хочешь меня куснуть. О, мы, ребята, сами только что лоханулись по полной программе. Что делать, я даже не знаю. Может, как через текстурки можно пройти? Текстурки. Люк вот какой-то, ну. Ай. Ай, давай. Давай. По-моему, это смерть. О, это смерть. Хорошо, что я сохранился нормально. Ай. Ай. Ну плыви ты как-нибудь. Пожалуйста. Тут, по-моему, без шанса выплыть. Может, как-то здесь можно под текстурками подплыть, заглючить. Ай. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давай. Ну, ты же плывал только что, ты скотина. Ну, ты как-то это заплыл же сюда. Выкинь меня в текстурке обратно. Позязя. Позязя, я тебе все прощу. Я даже акуле дамся. Ай, как больно. Я выплыл. Я не дамся акуле, я пошутил. Кого вы обманываете? Что ты хочешь сюда, сука? Я думал, что все, хана, мы не выберемся. Где мое сохранение? Это был экстрим. Так, где-то еще был маленький остров, вот недалеко. А посмотреть. Сколько времени, кстати, между... О, мои ребят, походу у меня сейчас с здоровьем проблематично. Надо покушать. Пальма.
Или полезем, не будем рубить. Кстати, на пальмах же можно... Смотрите. Офигеть, как это круто сделано, да? Смотреть прямо можно. Какая-то мель интересная. Так, мне нужно... Вау, это круто сделано, просто офигенно. Я не ожидал, что можно прямо так смотреть пламя, так офигенчик. Так, все выкидываем. Будем кушать, что? Остается что делать? И пить не надо, так хоть? Нет. Давай, давай, раскалывай ты кокосик. Может, тебя сама, конечно, останавливать, а не в курсе, но... У нас вариантов-то нету. Так, все хорошо, не будем больше кушать тогда. Я вижу еще один корабль затонувший, какой-то очень громадный, судя по всему. Но с такими жизнями я никогда не пойду, я не камикадзе. А, похоже, придется здесь ночевать, в этом острове. Это нам придется сделать с вами, наверное, топор, на всякий случай. Потому что не хочется тратить. Так, топор, топор, камень есть, палка есть, нужна веревка. Вот веревка. Веревка, камень, палка. Вот это выживание, вот это экстрим, да? Здоровье постепенно сами останавливаются, это хорошо. Просто боюсь придется ночевать, поэтому я топор делал на всякий случай. Во-первых, баллон уже бесполезен. Он уже пустой, к сожалению. Физика в игре, кстати, офигенная. А, я где-то видел палку. Как палка? Вот она, кстати, собственно. Хожу прямо около нее. Так, кидаем это. Кидаем это. Кидаем это. По-моему, должен быть топор. Или будет молот. Подождите, молот или топор будет? Экс. Отлично. Все, мы выжили. У нас все хорошо. Такие маленькие милые крабики. Давайте танцуем, танцевать крабика. Мы танцуем крабика, потому что мы крабики. Чё я несу? Так. Пьем. Выкидываем. Рубим. Сейчас здоровье становится, поплывем, потому что опасно пока плыть. Так, здоровье. Если будет акула, то я могу закусать. Здоровье покажи мне. Отлично. Досудим еще эту штуку и поплывем. Картофана сейчас нажремся. Вдруг он жизнь восстанавливает, а? Нет, по-моему, сами останавливаются. Ладно, погнали, мочите есть. Акула здесь слева плавала. Ну и я больше... Так, во-первых, сейвимся нафиг. Все, я понял. Мне не зря автор там одного гайда писал. Ребята, сейвитесь, даже если будете нырять, сейвитесь. Я уже понял, почему. Потому что можно застрять там. Какой-то, блин, линкор там валяется, что там за корабль такой. Это вообще какая-то хата. Офигеть. А нет, так большая рука корабля, кстати. Ищем что-нибудь полезное. Блин, как же так круто реализовано. Я думал, что он сделает выживание, но не думал, что уже смогут сделать эти корабли. Кто бы мог догадаться, что вот уже вот можно будет такие различные, причем мы всеми разные видим корабли. Это офигенно круто. Рыбка, сучка, сюда. Хотя рыбу можно сырые есть, на самом деле. Вполне себе комфортно это делать. Сейчас. Смотрим. Акул нету? Отлично. Просто ночевать на острове, потому что у нас вариантов нету. Нам, во-первых, плод надо... Плод? Плов. Плод надо строить новый. Ой, эти текстурки туда лезть не хочется. Опасно сплавать. Блин, оказался пустой корабль, прикидывайте. Какая обида. А можно на него закарабкаться? Нет, нельзя. Может, что-то сверху осталось? Нет, не вижу. Ну, согласись, какой-то гигантский корабль, ну как гигантский, по меркам этой игры он гигантский. Сам это не гигантский, но какие размеры, смотрите. Какой-то траулер херов. Ну да, это какой-то рыболовецкий, потому что по конструкции, видите, он так очень похоже. Может, около него что валяется? Пока светло, надо пользоваться временем. 4 часа. В 6 уже темнеет, у нас 2 минуты осталось. Плаваем.
Рыб почему-то нельзя собирать, вот я не ударить не могу. Даже в прошлой серии показывал. Не сделали еще заводчики, к сожалению. Только что было. Так, ну валим отсюда все. Бессмысленно пока плавать. И уже темнеет. Так, чтобы костер топить, может что-то пожарить там на костре хотя. Ох ты, сучка, я так и думал, сейчас что-то приплывет, какая-то тварь ждала меня. Так, траулер, так, а я вспомню, где я тут приплыл. Вот, по-моему, вот он камушек, да. То есть мой остров с моим домом находится вон там. Или вон там. Либо вот этот, либо вот этот. Но с проблемой, потому что я не знаю, где. Я знаю, как ее решить. Мы сейчас залезем на пальму. Посмотрим, где я тут живу. Да, в принципе, наверное, пофиг, где я живу, потому что я уже, наверное, туда не вернусь. Да мне нет смысла-то возвращаться, на самом деле, жить. Я, по-моему, комфортно здесь могу тусить. Упс, это было зря. Невидимка с топором. Может, на самом деле, мы умерли, на самом деле, когда разбились. А я бегаю как невидимка с топором. Кто его знает. Хорошо. Ну все, костер делаем. Просто как-то пережить ночь. Кровать можно сделать, но я не помню, чем там нужно. Веревки 4 штуки. Ну попробуем сделать, в принципе, кровать. Это, наверное, еще самое неполезное. Пока светло, быстренько нарубить хотя бы веревок. С ним и бэком главная проблема. Так, скидываем одно место, все дело. 4 веревки. А теперь нужно пальму нам срубить какую-нибудь, вот эту, скажем. И, по-моему, 5 палок. Или 4 палки. 5 палок, по-моему, и 4 пальмы. Ну, листья пальмы. Сейчас узнаем. И запомню, надеюсь. На это все дело. Так, потом за отвлечение от игры. Сейчас. Сейчас все будет. Главное построить именно постельку, потому что постелька ускоряет время ночное. Это хорошо. Так. Я только что понял, что я не смогу построить. А, нет, по-моему, кровать строится без этого. Без... как это называется? Кровать настроится без молотка. Мне не нужен молоток. Это только дом и плот строится с молотком. А молоток строится проще, просто там нужно 2 камня. Так же, как строится, как и топор, только нужно вместо 1 камня 2 камня. И вы получаете, собственно говоря, топор. Ой, молоток. Насколько я помню, именно так. Так, а просто тебе чего не хватает? А где я положил все это? А, мне кажется, одной палки все-таки не хватает. Сейчас это точно узнаем. Осталось мало. Ну, топор хорошо, я вот его сделал и до сих пор им пользуюсь. Причем топор сделан на прошлом острове был. Сначала мы отрубаем, видите, часть дерева, потом мы рубим его на дрова, на палки. Сейчас проверим. Да, то есть 6 палок, 4 веревки, 4 пальмы, все. Все гениально просто. Спать. Как не ночь? 9 часов, по-моему, ночных начинается. Сейчас засеемся, на всякий случай. И будем спать. Костер ждет, не буду. С едой у меня, в принципе, в порядке все. Да, 9 часов начинается ночь, так что все нормально. Ну, думаю, мы песок где-то на экваторе потеряли, судя по всему, поэтому здесь ночь, видимо, наступает раньше. Темнеть начинает в 6 часов еще. Чего? Спать давай, я сказал. Сколько времени? 4 утра. А где? То обычно же сюда... Видимо, я тогда позже ложился спать. Это через час появится, судя по всему.
А судя по луне, еще не через час. А дальше я спать больше не могу, смотрите. Жесть. Так, я хочу сжать там. О. Тогда займемся делом. Так. Блин, просто офигенно выживание сделано. Настолько реалистичное. Прям даже не верится. Так. Что мы имеем? Мы ничего не имеем. Дальше жубим. Ну, в принципе, двух кокосов достаточно после сна. А свет будет в той стороне. Кстати, я же могу по сторону света знать без компаса по солнцу всегда... Хотя, подождите, на нижней части полушария, по-моему, наоборот. Я могу ошибаться. Уж не буду рисковать. Но, с другой стороны, можно знать, где солнце встает, там, в принципе, туда и плыть, например, и все. Почему бы и нет. Будем считать, что это запад. Ну, не уверен, что это то полушарие. Скорее всего, это не то полушарие. Так, все хорошо. Можно еще покушать, в принципе, что-нибудь. Кокос еще там зарубить. С востока на запад солнце. На нашем полушарии. Вот, паук какой-то, смотрите. А, это краб был. Краб под камнем лежал, скотина, видели? Так, подождите, не катись кокос, сучка. Физика. Физика. Так, ням. Ням. Проверяем. Все нормально. Так, ну я предлагаю все-таки, наверное... А, подождите, мы же плот не построим. Плот нужно же построить. А, нужен гребаный... Да, ладно, так поплывем, хрен с ним. Погнали. Я не боюсь. Сюда или туда поплывем? Этот остров больше и ближе, поэтому поплывем на этот остров. Все, 6 часов засекаем. 2 января. Почему-то до сих пор. 3 дня прожили. Делаем сейв. Хорошо, хоть сейвы есть. Хорошо, хоть жизни здесь не одна. Можно будет загрузиться. Еще поплали. Поплыли, блин. Нет, у нас варианта придется плыть без... Ну, даже проще гораздо плыть без плота, мне кажется. Эти акулы не страшные, на самом деле. Их надо страшнее сделать. Может быть, даже что-нибудь под водой обнаружим полезное, там, подплываем. Потому что, мне кажется, все эти траулеры громадные, они только около островов. Видите, как быстро плывет? Быстро же, да? Ну, как сказать? Я бы, честно говоря, в жизни, вот в реальности, я застремался бы поплыть вот самому. Уже акула он где-то плавает. Самому плыть столько времени, ну, на такое расстояние, вот, я просто бы не выдержал. Даже там... Если на спине, там не на спине продержаться, это очень жутко на самом деле. Я бы не смог. Мне просто бы стало страшно. Я бы уж пол построил. Ух ты, блин, какая акула жирная. Откормленная какая-то. В других дайверах. В других робинзонах покушала. Слушайте, а может это мой остров? Я вообще к тому плыву острову. Тварь. Кушает меня. Так, покажи мне часы. Хорошо. Отвалило? Я же говорю, проще плыть даже так, в принципе. Нет, не тратить время. Тем более, я просто не то, что тратить время. Мне, чтобы сделать плот, мне нужно было бы строить еще молоток. А я не думаю, что я бы нашел там веревки еще дополнительные. Два этих еще нужно. Как это называется? Прикольно, там остров какой-то. Веселый. А, два камня нужно найти. О, уже мелко. Доплыли, судя по всему. Пока мне какая-то мель нашлась. Как там акулы поживают? Плавников не видно. Сучары. Сейчас еще кажется, что я по кругу плаваю. Будет прикольно. Я все хорошо, в принципе. Выплываем уже. Фух, дайте хотя бы водички попить. О. Хотя я сам не хочу водички пить. Вот все хорошо. Так, ищем перспективные вещи. Я уже вижу корабль еще один.
Мне вот знаете, что еще не хватает? На самих островах, чтобы какие-то сундуки там генерировались, там было бы прикольно тоже. Вот этого вот не хватает в игре. Надо бы сделать. Так, ну поплыли, пока есть жизнь и время, пока светло. Валим к кораблю очередному. К гигантскому травлеру какому-то. А ведь по-другому уже, даже заросли по-другому. Это еще такой рандом на юнити сделанный, просто шикарно работает. Я думал, будет корабли все одинаковые, а нет. Пожалуйста, заросли. На крыше нету. Уже круто. Но внутри, конечно, все будет одинаково. Может, это в бочках можно взять? Может, какой-то сейф есть? Книжки. Какое-то машинное отделение. А тут была комната, кстати. Нету теперь. Немножечко он различается, корабли. Плавников не видно? Вон плавник, я его там вижу. А сучка приплывет ко мне наверняка. Так. Пока удручает, что на этих кораблях больших нифига нет. Может быть, после загрузки какие-то глюки в игре идут, я не знаю, но... Хотелось бы как-то побольше всего вкусного. То как-то в самом начале нарвался на вкусноту. Сейчас что-то не могу. Пусто. Опять обманули. Ничего не видно. Хорошо. Ох, ты жирная какая, а? Это я так искажаю, это волны или она такая реально жирная? Так, ну надо острова все вокруг полностью исследовать, потому что на самом деле могут быть везде. Просто не видно эти твари. Ну так, в принципе, мы уже, в принципе, все в игре посмотрели в плане постройки, в плане крафта. Осталось только плавать и искать эти корабли сданувшие. Так что, я думаю, можно будет сделать следующую серию последней. Потому что еще не факт, что мы на кораблях что найдем, потому что после загрузки, возможно, какие-то баги происходят. И ничего не подгружается. И эта шлюшка. Они сейчас очень так неожиданно выплывают, эти акулы. Мне нравится, что можно по пальмам ходить. Это очень круто сделано. Чувствуешь себя настоящим Робинзоном. Крузо. Это, по-моему, офигенно. Так, ну вроде все. Весь остров проплыл. Осталось решить, куда в следующий раз плыть. Звуки тебя пугают. Вода все-таки шикарно сделана. Ладно, почему вода сделана еще чем шикарно? Она искажает перспективу, как в реальности. Это очень круто. Для Unity движка графика просто нереально очень круто сделана. Но, опять же говорю, тащит в основном не программисты, а художники. И художники постарались просто на славу. Надо только на пальму залечь и посмотреть, куда плыть в следующий раз будем. Как мы там с этими нормально все. Я вижу, там что-то есть. Ну-ка. Господи, не умеешь слезать нормально. Это тоже это старый добрый. Ладно, плывем на тот остров, но это уже будет в следующей серии. С вами был Клауд, надеюсь, вам понравилось. Давайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, всем спасибо. Всем пока, и скорее всего следующий будет последним, потому что, ну, уже просто делать в игре, в принципе, больше нечего. Надо ждать уже следующего апдейта. Я думаю, разработчики из-за популярности игры будут выпускать их часто, пока я не очень надеюсь. Там большая, может быть, даже команда большая, там человек 10 работает вместо 5 на Форесте. Но, с другой стороны, за Форестом там люди уже Sony проплатила бабки, и там нужно быть что быстрее делаться. Ну все, пока-пока.